теме «Римские дороги в Германии». Это начало нашей эры. В Германии есть памятники, посвященные следам Римской империи. Вот слева один из них, доска памятная, на которой представлена схема построенных дорог в этой окрестности на юге Германии. Внизу коричневым указана схема связи между укреплениями военными. Вот здесь показана технология, как строили дома, строили дороги каменные с глубоким балластом двойным, с использованием рабов. Вот здесь ниже показана дорога, римская дорога в настоящее время, ее остатки, реставрирована в одном из населенных пунктов поблизости. В самом низу, голубым, показана шкала времени, и вот здесь, в начале нашей эры, 80-й год после рождения Христова, до 266 лет нашей эры, эта система дорожная функционировала для Римской империи. После этого частично использовалась и позабыта. Такая вот дорога, похоже, проходит и здесь в лесу. Так что ей уже около 2000 лет.